только до 1 сентября. При покупке автомобиля УАЗ в кредит ваша выгода до 70 тысяч рублей. Вы мечтаете? Мы платим. Автосалон АТМ. Павла Усова, 6. Составлены фотороботы людей, причастных к смерти младенца. Полиция просит помощи. Напомним, 20 августа в Архангельске в урне был найден труп новорожденного. Предположительно, ребенок появился на свет за сутки двое до шокирующей находки. Труп находился в матерчатой сумке, в нее был вложен полиэтиленовый пакет. К убийству могут быть причастны двое. Женщина на вид 30-35 лет, рост около 170 сантиметров, волосы темного цвета, длинные, могут быть собраны в хвост. Была одета в темные джинсы, куртку черную, поверх в области поясницы повязана кофта, похожая на толстовку. Лицо у женщины опухшее, цвет кожи лица красноватый, брови широкие, темные, в форме дуги. Мужчине на вид около 40 лет, рост примерно 175 сантиметров, был одет в серые мятые брюки, свитер такого же цвета с рисунком в виде ромбов, с вырезом в области шеи. Волосы светлые, короткие, брови светлые, глаза предположительно зеленого цвета. Всем лицам, которые могут помочь в следствии, просим обращаться по телефону 8 800 18 2 22 1508 или 8-911-676-30-13. Помощь нужна и северодвинским полицейским. Следствие разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего 21 августа в полдень на пешеходном переходе напротив дома 36 по проспекту Ленина. Напомним, 50-летнюю женщину сбил автобус 3-го маршрута. С тяжелыми травмами пострадавшая была доставлена в больницу. Спустя сутки она скончалась. По словам водителя, женщина буквально выбежала на дорогу, когда автобус уже подъехал к пешеходному переходу. Скорость была примерно 20-25 км в час. Кондуктор подтвердила слова коллеги. Других свидетельств пока нет. Следствие просит отозваться очевидцев. Звонить можно по телефонам 560955, 8-921-679-0783 или 02. От удара молнии пострадали рабочие. Накануне днем во время грозы молния ударила в строительный кран, расположенный рядом с домом 53 по проспекту Морскому. Пострадали двое. У одного мужчины ожоги рук, побелели пальцы. Его напарнику повезло больше. Он почувствовал лишь легкий электрический разряд. Пострадавший доставлен в горбольницу номер 2.